В первую очередь это касается детских садов, школ, торговых центров, общественного транспорта и предприятий. Так, например, если 30% учащихся в школе заболеют, учебное заведение должно будет перейти на дистанционное обучение. Аналогично для отдельного класса, но тут речь идет о 20% учащихся. Если северянин вернулся домой после отпуска из-за границы и у него зафиксировали повышенную температуру или другие симптомы заболевания, его могут поместить под домашний карантин, а на работе дадут больничный. Гостей же из других стран сразу госпитализируют. Такие меры позволят снизить риск заболевания не только ОРВИ, но исключить возможность появления коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.